Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Владимир Шапкин убедился в безопасности игровых элементов и соответствии с современным стандартам площадки в детском городке на улице Комарова в Щелкове. Это очень актуальный вопрос, поскольку главная наша задача не только создать вот такие общественные пространства, где могли бы отдыхать, заниматься спортом наши дети, семьи, но и они должны быть безопасными. Вот с этой точки зрения мы сегодня с коллегами прошли и посмотрели. Депутат отметил, что устаревшие игровые элементы, нуждающиеся в ремонте, будут обновлены. Он предложил модернизировать площадку, например, добавить теннисные и игровые столы для шахмат, шашек и домино, улучшить освещение. Мониторинг мест детского отдыха будет продолжен, заверил депутат. Евгения Корытько, Елизавета Плужникова, Щелковское телевидение.